Слепые, самые страшно незащищенные существа на планете. Те, кто родился слепым, с рождения учатся жить. Тот же, кто ослеп в течение жизни, переживает не только физические муки, но и самое страшное — моральные, внутренние. И это не объяснить никакими словами. То, что чувствуют люди, животные, слепые. Здоровье, друзья, это то, что не купить ни за какие деньги. Это то, что мы стараемся беречь. Это то, что мы желаем друг другу. Крепкого здоровья. И как страшно, когда кто-то ослеп по вашей вине. Неважно, человек, которого вы ударили в драке, или животное, которое вы сбили машиной. Результат один. Камень на вашей душе, о котором вы даже не подозреваете. И страдание того, кто внезапно потерял весь мир. Слепые. Врагу не пожелаю испытать то, что испытывают они. У нас много слепых. На данный момент их несколько. Сейчас я вам покажу тех, кто попал к нам совсем недавно. Друзья, здесь нельзя уговаривать, нельзя предлагать. Мне кажется, когда человек смотрит такой ролик, он должен что-то чувствовать. А если чувствует, значит, поможет сам. Есть они и есть мы. И только вам решать, друзья, захотите ли вы их поддержать. Слепые, я, создавая этот ролик, думала, что найду какие-то особенные слова, чтобы обратиться к вам, чтобы зацепить, чтобы попросить. Но мне кажется, это неправильно. Когда человек смотрит такой ролик, он должен сам осознавать, насколько трудно тому, о ком он смотрит. И для многих из нас это же не трудно. Просто протянуть руку помощи. Хотя, может быть, для кого-то и трудно. Слепые перед вами. Сейчас посмотрим, как себя ребята чувствуют. Здесь у нас самые испуганные, тяжелые. Что, моя золотая? Ну-ка, давай мы на тебя посмотрим, ребят. Так. Ну что, у нашей девочки лапка подживает, но она все равно очень боится. А вот наша красавица. Мамина. Мамина солнышко. Ребята, слепые, конечно, сейчас недоверчивые и боятся. Мое солнышко, мамина, мамина. Моя девочка красавица. Моя маленькая. Мамина. Мое солнышко. Не бойся, красивый мой. Мамина. Мамина, мамина. Моя маленькая девочка красивая моя. Ну, не бойся, солнышко, не бойся. Ну что, солнышко? Не бойся, детка. Мы очень-очень пугливые, очень пугливые, ребят. Но мы сняли воротник. Не бойся, солнышко. Слепые. Они слепы телом, утратив все краски. А мы, друзья, мы становимся слепы сердцем. И тоже теряем краски. И весь мир вокруг становится тусклым. Мы перестаем улыбаться. Мы постоянно ходим раздраженными. И вызываем искусственно улыбки, посмотрев какую-нибудь комедию. Мы слепы, друзья. Мы почти не замечаем друг друга. Мы не замечаем чужую боль. И если те, о ком этот ролик, уже не могут прозреть, то у нас с вами, друзья, еще есть шанс увидеть этот мир таким, каким задумывал его Создатель. Для этого просто надо заглянуть внутрь себя. И из самого потайного уголка души достать вашу доброту. И наш новый, ребята. Да, солнышко мое, мамина, Санта, Сантана. Сейчас глазик будем промывать. Вчера прооперировали, у девочки было завернуто нижнее веко. Кроме того, девочки удалили грыжу и стерилизовали. У нее было, у девочки очень сильно были выделения нехорошие. Подозревали даже рак. Оказалось, что у нее
гидрометра, удалили все это. Удалили грыжу, зашили. Подвернули, ребята прооперировали правое веко. Вот. Девочка полуслепая, но тени она видит. Так что здесь, друзья, у нас самые тяжелые. Самые тяжелые. Ну что делать? Понимаете, ребята, стоит всегда вопрос. Вот собрали 10 тысяч и думаем, то ли на лекарства тратить, то ли тратить на операцию. Да, вот мы за малышку еще не заплатили. А нас просят, и сегодня нам предоставят счет, чтобы мы его оплатили. Друзья, на ваше усмотрение, чем сможете помочь, будем искренне благодарны. Просто по-человечески представьте каждый себя на их месте. И представьте себе, что вас тоже бросили, и никто не хочет вам помочь. Это бесчеловечно. Кто, если не мы, ребят? Они имеют право жить. Они имеют право на помощь. Особенно вот такие беспомощные, слепые. Предлагает и говорит, давайте усыплять. Ну давайте тогда полмира усыпим всех наших коллег, стариков, инвалидов. Давайте. Если мы такие грозные, мы такие храбрые, такие бессердечные. Давайте. Я не знаю, как те, кто смотрит мой ролик. Друзья, я верю, что есть высшая сила. Я верю, что Бог есть. Кто-то называет так, как подсказывает ему сердце. У каждого из нас своя вера в сердце. Но главное и единственное у всех в мире, что оно неизменно. Это доброта и милосердие. Я живу по этим правилам, друзья. И я надеюсь, что те люди, которые заходят ко мне на страничку, поддерживают меня точно так же душой и сердцем. И, разумеется, еще, ребята, вашими пожертвованиями. Потому что без вас, друзья, нам просто не выжить. А вот это, ребята, называется «Я боюсь, но прикрою попой друга». Девочки мои хорошие, я очень надеюсь, что скоро они социализируются и поймут, что их не обижают, а пытаются им помочь. Да, солнышко?